И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. На сервере что-то Урал Клаб, если не ошибаюсь, и с модом Анунаки. Перебрался я окончательно уже в пещеру к себе, и знаете, здесь так довольно спокойненько. Когда дождь, не боишься во время молнии летать, потому что тебе молния просто-напросто не побахнет, так как ты в пещере. Виверны не летают, и явно ты их не боишься. Но, не знаю, как насчет альфа-бури и все дела, появляются они тут, не появляются, но как бы в целом все неплохо. Но проблемка такая маленькая у меня случилась. В общем, во-первых, ни одного птера у меня нету. Ну, это, так сказать, полбеды. Мне, так сказать, повезло то, что у меня весь лут остался. Я не знаю, короче, как. В общем, построил весь домик себе, все хорошо. Загнал туда аргентависа, видите, да, там аргентавис, здесь медвежонок. И не просто так они у меня здесь. Аргентавис, во-первых, он 540 левела, да, его нужно томить. Ну, для этого мне нужны наркотики. Ну, наркотики, надо медведя. Надо медведя, чтобы собирать траву. Ну, ладно, думаю, медведь это полбеды. И как бы я себе 35-го притомил, потом он сдох, короче, не на того напал называется. Вот, а все из-за того, что у меня седла не было. На седло нужна цементная паста. Ни одного летуна у меня нету, чтобы собрать цементную пасту. И это проблема. Почему нет у меня летунов? Вот этот скотина, который сидит у меня здесь, вот, 475 уровень, завалил всех моих летунов. Как завалил? Да багом, черт побери, эта скотина завалила их. В общем, суть в чем? Про фундамент потом расскажу. Суть в чем? Эта скотина здесь ходит, но я думаю, ну рано или поздно он нападет на моих летунов. Он прям уже вот здесь ходит, бродит, то есть к базе к своей не могу подойти и так далее. Ну я беру быстрые атаки, нападаю на них, и все хорошо. У меня тут было 3 птера. Быстрая атака, нападаю, а так как он очень низкий, шанс, что птер забагается, прям под него залетев, очень большой. А плюс еще фундаменты здесь рядом стали. В общем, они птеродактили мои, 2 забагались между фундаментом и ним, а третий забагался, прям под него залетел. И я не мог выбраться. Вы прикиньте, я просто не мог выбраться. И все. В общем, понятное дело, он их просто завалил. Аргентавису вообще с 3, какой 3-2 ударов, что ли, мы его завалил. Так что такая вот проблемка. Вот. А суть в чем? Почему вот этот черненький фундамент? Почему здесь фундамента нету? Почему у меня нету 3 стен? И вообще в целом мне пришлось шкафы переместить, так как он сломал все шкафы, как оказывается. Тушканчик, ну это так, отдельная история. Он каким-то макаром выбрался, я не знаю. У меня получается сейчас нету здесь потолка, потому что не поставился, я слишком близко поставил. Вот, видите, да? Слишком близко поставил. Тихо, 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 чувак, не спеши. Вот, и здесь у меня нет потолка. Я не знаю, откуда он выбрался, но он откуда-то выбрался. Он просто вылетел, прикиньте, багом просто вылетел, и все. И багом вылетел, как? Не знаю, почему он здесь задамажил. И что за фигня, здесь несколько фундаментов не хватает. Но здесь у меня как раз был труп. Было как дело. В общем, я решил немножко отдохнуть. И смотрю, бах, мой чувак сдох, оказывается. Ну, я по-быстрому сажусь в игру, залазю, и все нормально, все хорошо. Там прошло полминуты после того, как я сдох, все дела. Ну, нормально, короче. Благо, во втором экране я игру видел. И все хорошо, ну и труп остался валяться. Не оставляйте свои трупы валяться. Никогда не оставляйте свои трупы валяться. Эта скотина выбралась когда. А я пошел, что? У меня я пошел, тушканчика притомил. Дубинка ударил ему 3 раза по башке, он отключился, и я его притомил мажаберками. Кстати, ему пришлось еще наркоту закидывать, скотину быстро у него сбрасывается все это дело. Вот, притомил я его просто так, а делать нефиг. Прикольный же, ну прикольный же, ну смотрите, как он прикольный. Честно, я вот как-то смотрел мод, да, вот это вот новый DLC, то у меня прикалывал этот тушканчик. Ну прикольно, он сидит такой на плече, вообще. Кстати, почитал я про него, там написано то, что, кстати, снимать его 2 раза F. То есть E это подобрать, а снимать его 2 раза F. Но, видите, далеко его закидывать, поэтому лучше вот так делать.
Почитал по нему информацию, и единственное, для чего он нужен, это рюкзак. В нем все, что в нем лежит, весит в два раза меньше. То есть добиваешь, допустим, на сот, на полтинник, а он будет весить сколько? 25 всего лишь, да. То есть его можно как рюкзак использовать, но надо большой левел. Я там вкачал сначала вес, смотрю, он там прибавил, у него было 55, я ему один или два раза прибавил. Стало 59. Ну, наверное, один раз. То есть 4 веса ему прибавилось. Да ну нафиг тебе здоровье надо прибавлять. А он был 15-го левела. Вот, ну и в общем, такой декоративный зверечек. Вот, ну и прихожу сюда, смотрю, у меня просто здесь ничего. Сначала я смотрю, аргентанец стоит, ну понятно. Подхожу, сначала думал, не прогрузилось, не... смотрю, ёб твою ж налево, здесь просто стен нету. Эта скотина сюда пролетела, мой труп сожрал. Ну да ладно, в общем, короче, это все фигня. Фундаменты я свои расставил на тот случай, чтобы я оградил свою территорию. Да, она потом будет поменьше, но суть в том, что я оградил себе территорию немножечко. И если здесь начнут строиться, все-таки я рассказал сервер, все дела, ну, мало ли, захотят. Там люди изъявляли уже желание построиться около меня, поэтому как бы я оградил немножечко свою территорию. Вот это вот чудо-постройка для того, чтобы я первый раз того медведя оглушал вот так. Реально, я вспомнил, знаете, постройка как в Расте, чтобы валить медведей. Я построил такую постройку именно каменно, потому что все остальное ломает чертям собачьим. Вот, и просто-напросто его оглушил. Но в итоге он у меня где-то вот здесь вот валялся, мне пришлось новую постройку делать вокруг него и все дела. Вот, ну а потом я так подумал, а почему бы нет, мне эта постройка так и так нужна будет каменная. Чтобы остальных притамливать. Твою мать, что-то я слишком близко подошел. Я думал, ты с той стороны. Вот, и как видите, 3 на 2 оно у меня сделано. Довольно-таки обширное. Сюда влезет мамонт, носорог сюда влезет. Анкило тоже влезет. В общем, ну, вы понимаете, к чему я клоню. Вот, вот этот фундамент пришлось оставить, потому что вот этот подъемчик поставился только так. Надо будет потом сбоку его вывести и выставить как надо. Ну, в общем, я не знаю, как их стакать, вот эти фундаменты, без стенок, либо фундаментов. Если вы знаете, подскажите, очень буду сильно рад, потому что вот этот фундамент, это полное убожество. Хотя, по сути, даже вот этот подъемчик не нужен, но на всякий случай я его ставлю. На тот случай же вдруг будет... Твою мать! Вот меня откатило, вот бы я сейчас сдох. На тот случай, если все-таки будет маленький динозавр, ну, к примеру, анкил, он маленький, да, динозавр, поэтому как бы все плохо. Ох, какие у меня планы? В общем, мою всю авиацию убили. Паразавра, кстати, я своего пытался перегнать сюда, и его завалили. Гигантопитек завалил. Я вот по внешнему кругу перевозил, перебегал на нем, так сказать. И получается, вот где-то там вот у меня, где водопад, да, все дела, вот там спуск вниз. У меня вот там гигантопитек бегал, мегапитек бегал, и его завалил. Свои ресурсы я все потерял в воде. Вот, потому что я их перетащил на плот, виверна напала, завалила. Я думал, завалила птера, оказалось, не завалила, и слава богу, я привел его, и потом его здесь завалили. В общем, я всех потерял, у меня никого нету, но я хотя бы нахожусь здесь, у меня стоят две кровати. И у меня есть тушканчик. Вот, это, пожалуй, сейчас единственное, да, что, пожалуй, это единственное сейчас у меня питомец, который хоть как-то греет мне душу. Вот, немного ресурсов и голые руки для того, чтобы собирать это долбанные наркобери, делать наркотики и так далее. Но для начала мне, в самую первую очередь, мне сейчас нужна цементная паста. К сожалению, мне приходится сейчас цементную пасту создавать из кератина и хитина. Так как я тут цементная паста, которая у меня была, я ее всрал. Весь хитин, кератин, который у меня был, я всрал. Потому что они были именно на том самом плоту. Я занырнул вниз под плот, потому что когда мне шкафы сломали, я думал, они упали... Ну, по-нормальному. Но оказалось, нет, они упали полностью в расщелину, и я до туда не достану просто-напросто.
Вот, в общем, вот такие дела. Ну, кстати, пока у меня были птеры, я залутал себе кристаллов, я залутал себе металла, так что металла у меня там около 500, если не ошибаюсь, и кристаллов тоже у меня там немало. Так что ресурсов у меня вполне предостаточно, единственная проблема с цементной пастой, поэтому мне сейчас нужно опять притомить медведя, благо Poison Arrow, как там, Anunnaki Poison Arrow у меня есть. И даже у меня есть копья с ядом, то есть я могу кого-то из медведей и усыпить. А почему мне нужен медведь? Потому что он будет, вместе с ним я буду охотиться на носорогов и на мелких мамонтов, для того, чтобы добывать хитин, точнее кератин. Вот, также я попробую пробежаться вон там по внешности, по внешнему кругу, то есть выйдя из пещеры. Почему? Там иногда есть богомолы. Каждый богомол равняется сотня-две примерно так вот хитина. А это уже довольно-таки неплохо. Вот, давно я не создавал цементную пасту, если честно, чуть ли не с самого начала я не создавал цементную пасту руками. Потому что мне всегда снабжали бобры. Но в этом моде бобры что-то как-то сильно не хотят плоты строить. Плотины. Так что вот так все фигово. Ладно, погнал я добывать хитин, кератин и включаться по обстоятельствам. Да уж, эта тупая гнида опять выбралась. Я не знаю, что этой твари надо, но он опять выбрался. И мало того, что он выбрался... я там свирепого медведя 85 левела сейчас закинул ему на томление. И суть в чем? Суть в том, что эта гнида, пока я забегал мясо хапнуть, эта гнида убила моего тушканчика. Козлина ты беспонтовая. И чуть не завалил меня. Вот. Ну и, понятное дело, разнес опять мне полдома. Вот. Не знаю насчет шкафов. Сейчас... А, ну, кстати, да, она сейчас же, тварь, это отсутствует рядом. Ну, как отсутствует рядом? Это ублюдочная овца опять идет сюда. Эх, ты ж козлина, ты долбаная, а? Бедный мой тушканчик. Нет, тут только вот трупик тушканчика и все, в котором мажаберки. Лично. А, ну да, он почти шкаф сломал. Козел, козел ты. Ох, ты ж твою мать. Иди сюда, сейчас я в натуре буду... Кстати, мой фиолетовый лук дамажит меньше, чем обычный арбалет. Вот, так что как бы тоже так есть смысл задуматься. Вот. Угу. Ах ты ублюдок, а. Там, там на медведюни не напади на моего. Отойди оттуда, твою мать. Прям в голову. И я чертовский снайпер, и я чертовский идиот. Давай, беги, 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 чувак, беги. Куда? В дверь. Ну, вы понимаете, почему есть смысл строить именно вот так вот. Ты, по крайней мере, уже сразу понимаешь, куда тебе нужно бежать. И надо здесь еще перекладину ставить, этот полный абзац, я не знаю, я... Не знаю, как ты, скотина, вылазишь. Ты меня достал уже. Просто-напросто достал! Ну нет, у меня наркотиков, сейчас тебя томить. И вот так приходится с ним мучиться. Козел, я опять не знаю, как он выбрался. Блюдок. Ну он точно не отсюда выбрался, значит он выбрался отсюда, ну, через бак, через чё, через задницу свою. Уродец. Ладно, пошел проверять томление, но здесь конкретно я чуть не переломал базу мне мою. Пришел за мясом, называется. Бедный матушканчик. Скотину он долбанный. Убил моего тушканчика. Ладно, сейчас места немножко взять. Так, наркобарики тоже нужны. Все, что я налутал за это время. Почему? Волокна, что-то около 600 налутал. И 20 наркобариков всего. Это в натуре прям отстой. И еще Poison Arrow уже кончается прям конкретно. Так что придется скоро переключаться на наркострелы, а для этого мне нужен медвежа... Медвежаня мне нужен, прям мишаня мой, медвежатник мой. Вот, ну, чтобы хоть как-то я мог убивать, чтобы хоть как-то я мог лутать, и тут тоже, так сказать, небезопасно. А, вот он приручается, все пучком.
Вот, но там вот Мишаня ходит, что тут, ну да, все, все остальные отошли подальше, это хорошо, там Аркентавис летает. Но в целом сейчас опасность больше вот от этого Мишаня. Как видите, что он там у меня? Да ты, козел, пошел отсюда, ублюдок! Натуре! Кстати, вот этот моего Мишаня убил. Тебе тоже будет кранты, урод. Тот, который 35-го томил. Вот это 85-й плюс 42-й левел. Ну, он примерно плюс 35-й даст мне. Так что все вполне неплохо. 120-й левел будет. 120-125-й левел примерно так будет. Это будет хорошо. Вот. И сразу же буду качать ему... господи. Здоровье. Здоровье и дамаг. Кстати, благодаря тому прошлому Мишане у меня здесь есть хавай-хавай, чувак, все нормально будет. У меня, я выбил еще один поушен на экспу, только уже не тайный, а медиум, средний. Это, я так понял, конкретно прям хорошая штука. И его нужно будет использовать на каких-то таких прям боевых единиц. Я буду использовать как вариант на Аргентависа. Вот, да уйди отсюда уже. Вот, буду использовать на Аргентавис, либо на Мишане. Ну, наверное, лучше на Аргентавис, потому что мне нужно будет, так как у меня больше нет летунов, мне Аргентавису нужно будет вкачивать огромное количество скорости. Я посмотрю, что нужно будет сделать, чтобы вкачать 250, ну, такая же скорость, чтобы как у Птера была. Вот, и уже там посмотрю, что это когда где. Но это я уже сейчас по форумам пока павюсь, по вики, форуму, все дела. Вот, и уже узнаю, что да когда где, ну и также включусь тогда, когда будет что-то интересное. Твою мать, я понял, как эта тварь оттуда выбирается. Она выбирается с помощью бага, если по-простому говоря. Когда я перехожу с локации на локацию, он каким-то чудом, то есть при прогрузке стен, все дела, он начинает оттуда выбираться. И конченый козел. В общем, все не так уж и радужно и прекрасно, как казалось бы с самого начала, но да ладно. Сейчас у меня на приручении еще и Аргентавис 10 левела. И, кстати, там бегал медведь 475 левела. Я думал, это мой Мишаня выбрался. А оказалось, нет, это не мой Мишаня. Мой Мишаня также там и сидит покорно. Это просто второй такого же левела появился. Кстати, если в атаку-то прилечь, то шансы заметить, что тебя заметит, очень мало. Я вообще пришел здесь за седлом, потому что я оттуда... среди этих медведей я просто-напросто не выберусь. И погнали, погнали, давай, 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 быстро, 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 быстро. Да ладно, ты еще и пить захотел. О, отлично. В натуре. Здесь больше борешься не с людьми, так сказать. Да, здесь PvE сервер. И на Anunnaki моде ты больше борешься не с людьми, а с животными. Здесь реально очень тяжело выжить в этом плане. И... так, это тот самый Мишаня. Да, вот, 475 левел, ну, сами видели, да? То есть, второй такой же тут Мишаня ходит. Еще плюс гигантопитеки. Да я манал вас, уроды, блин. И они все покушаются стопудово. Хотят покуситься на моего Аргентависа. Мужского пола. Вы, гомосеки, пошли вон отсюда. Вот, 10 левел. Почему я его завалил? Ну, ты... летал здесь, я подумал, оу, одна стрела, нужен. Вот, поэтому, собственно, я его и притомил. Ну как, томлю, сейчас еще один раз похавает. Да, он три раза похавал, и 10 левел достаточно на 4 раза похавать всего лишь. Опять-таки, здесь 5 экстриты, что означает, на 1 экстритах надо, сколько, 20 раз похавать ему? Прайм мясо. На обычных серверах, как и судя по разным видео, там у них вообще стакается по одному. Я ни разу не играл на 1x рейтах, на обычных серверах ни разу не играл, потому что я знаю, что там полная жопа. Там клетушка 2 на 2 из камня, вот весь мой дом будет, я вам говорю. Поэтому я и не играю на 1x рейтах. Так, ну ладно, Мишани разбежались, это хорошо, значит Аргентавис будет все пучком. Кстати, я себе трайп обратно состряпал. Ой, мать. Вот он, мой трайп, вот он там, кто помер, кто не помер. Ну, вы сами все видите, эти красненькие, это помер, вот, разрушен, помер и так далее. В общем, все плохо. Так, ну ладно. Так, на кэм. Экипировочка. Давайте седло сразу же. Седло, так. Ну ладно, хавай пока что прайм.
Что у тебя здесь? Здоровье у тебя дерьмово, выносливость. Ну, такой вот стандартный набор. Ну ладно, хотя бы более-менее я теперь могу хотя бы летать. Это отлично, это отлично, это просто замечательно. Так, это будет означать лишь то, что я могу сильно не бояться теперь. И если что не так, я могу летать. Реально, я могу летать, и это уже хорошо. Здесь, в этой игре, самое главное найти себе летуна. Так, без сознания, переручения все нормально идет, но наркоту надо будет ему сейчас закинуть. Что означает, мне надо Аргентависа... Куда-то, короче, мне надо Аргентависа своего заныкать. Заныкать я хочу его вот сюда. Почему именно сюда? Вот, ну, хотя бы потому, что я сюда смогу забраться. Ну, либо я сказать ему, эй, чувак, давай, иди ко мне, я, это, зову тебя, и он прибежит. Точнее, прилетит в этом плане. И здесь до него не достанут. Такс. Козел там улетает. Но я сейчас его... Твою мать. Это его, понятное дело, сейчас опять забагаю. И все будет хорошо. Слушай, прежде чем багать, надо посмотреть. А он мне там случаем не сломал все эти... Все мои кровати. Вот. И буду продолжать лутать наркобарики, чтобы за это вот... притомить моего Мишаню 85-го левела, чтобы я мог еще больше лутать наркобариков. И притомить уже огромного левла и Аргентависа, и Мишаню. Ой, давай, Мишаня, надеюсь, тебе даже больше наркоты не нужно будет, и будет все хорошо. Кстати, приручение идет на мясо, на прайм мясе хорошо, и эффективность не так уж и сильно падает. У того 400 с лишним левла эффективность упадет где-нибудь до 80 только, а это уже зачетненько. Так, кто тут? Мишаня у меня 405 левел. Да уж, ну ладно, погнал я. Потихонечку. Ну вот, я его обратно закинул, и у меня желание сейчас больше завалить эту тварь конченую, потому что он меня опять полдома разнес. Чертям собачьим! Ах, ладно, мои кроватки пока что еще остались, надо их по-быстрому отремонтировать. И это просто кошмар. У меня опять печку снес и так далее. Ну ладно, это все фигня, мне надо сейчас по-быстрому вернуться к моему Мишане, посмотреть, что там да как с моим Аргентависом, потому что это полный... Обздец, я ничего не могу сделать. О, кстати, я уже их пытался томить, они у меня лежали, и Мишани, и Аргентавис, но я понял, что я просто-напросто не успеваю. У меня даже получается на финальной версии второго сезона даже превьюшку я не вовремя сделал из-за того, что я не успел, и я такую кослячую сделаю. Вот, из-за того, что я не успевал ничего сделать. У меня просто голова разрывалась от того, что успеть сделать. Мишаня, там, Аргентавис. У меня не хватает наркотиков, надо кого-то притомлить. У меня не хватает ресурсов для этого долбанного... говна, седла, блин, вот. И все, короче. В общем, полный абзац, и вот сейчас примерно такая же ситуация. Вот, видите, у меня 49 цементной пасты, у меня немножко не хватает цементной пасты еще. Ну, полтинника не хватает, 51. А вот, для седла, для Мишани, тогда я смогу лутать, и все будет пучком, и... полный абзац. Отлично. Мишани притомился, даже не пришлось в него наркоту закидывать, да и в целом, наверное, не пришлось бы в него закидывать наркоту, но... На всякий случай я закинул. И плюс 41 левел к нему пришел, и 126 левел, это зачетно. Так, давайте посмотрим, что там у него, да как у него, так, ладно, надо мясо нормально туда закинуть. Здоровья у него очень мало, ну, урон 203%, это нормально, так что нормально. Кстати, вот тут как раз таки проканает система кнопок атаковать цели и так далее, так что, честно, я... О, твою мать, Альфа! Альфа Виверна! Пошла в жопу! Пошла в жопу! В жопу, в жопу, иди в жопу! В натуре! О, черт! Мишаня, вали оттуда! Мишаня, беги! Я не смогу больше притаить никаких, Мишань! Нафиг, пошли отсюда! А, я уже даже ненавижу этот сервер. Ай, ладно, сейчас других целей найду. Ну вот, кстати, здесь недалеко блуждал юный носорог. И вот смотрите, нацеливаемся. У меня на F2 написано, поставлена команда атаковать цель. И он сразу же бежит и атакует. Все, завалил и хорошо. То есть, тем самым я могу лутать его, что нужно делать и так далее. Но с него больше всего добывается не хитина.
Да ладно тебе в задницу. Я до этого добывал с мелких левелов, там кератина было говно. А тут с 10-го левела еще и с мелкого. Ну ладно, я-то не против, как бы. Кстати, я ему хочу повышать сначала здоровье, потому что здоровиться ему нужно. В этом плане так, лучше такое мясо, оно хиляет больше, да, я помню, писали в комментариях, такое мясо хиляет 0.1 всего лишь, а такое мясо уже по-нормальному хиляет, ну, сами всегда видели, как я им хиляюсь. Вот, кстати, надо в него все ягоды закинуть, они портятся будет дольше, вот так вот он получается, ну-ка, дай сюда. Так у меня 9.5, а так 37.5, ну, чувствуете, да, разницу? Не знаю, что там за альфа-виверна, но я, честно, не хочу ее видеть. И это полный кошмар. Но я сейчас пойду посмотрю. Сейчас Мишаню здесь оставлю и пойду посмотрю. Сейчас, чтобы здесь было безопасно. Ага, ну, конечно, здесь будет безопасно. Ага, размечтался я. В натуре эта овца зависла над моей базой. Я не знаю, что делать. Но эта овца реально зависла над моей базой. Вон моя база. И вон эта тварь. 55 левела. Огненная виверна, альфа огненная виверна 55 левела. И, блин, это просто ад какой-то. Ой, я не знаю, что реально делать. Вообще прям не знаю. Так, ну это овца там сидит на месте, все пучком. Блин, выглядит как будто какое-то кладбище. Твою мать, иди отсюда от меня. Я очкую, просто реально я очкую подходить к своей базе, потому что это просто будет абзац полный. Сразу мне будет полный обзор. Где он? Да, вон. Да уж. Еще этот тварь здесь вылазит постоянно. Так, не, вот сейчас-то сидит она на месте, все пучком. И где она? Виверна, твою дивизию. Хорош так прикалываться надо мной. Не знаю. В общем, я хочу... Мишаню там в углу заныкал, хочу сейчас спальный мешок сделать и положить там, ну, парочку спальных мешков на тот случай, если у меня есть прилетит верно и все раздолбает нафиг чертям собачьим. Так сказать, запасочку нужно держать, этому меня научил Раст, и реально это, потому что сюда я потом больше уже не приду. Я не смогу лететь, а мне опять просто меня сразу откатит к нулю, и я не смогу ничего, короче. То есть у меня не будет ничего, а это означает все фигово. Вот. В общем, продолжаю развиваться. Вот эти тягости развития, они даже здесь меня касаются. Причем здесь они касаются еще сильнее, чем на пляже на том, потому что здесь у меня летают и бегают такие серьезные монстры. Там дифлозавры только были, и виверны, а тут... Оказывается, верно тоже летают. И они прилетают вот оттуда. И надо систему защиты ставить конкретную прям. Да уж, жаль. Вот здесь я заныкал Мишаню пока что. И здесь сейчас оставлю Аргентависа. Кстати, сюда можно вообще пешком дойти, так что все пучком. И здесь я положу спальнички. Как видите, их 4 штуки. Вот, и... Так это. И около моего дома заспавнился анкилозавр 590 левела. Это офигеть как можно. Реально, 590 левел, это просто зачетно. Но, к сожалению, мне сейчас не до него. Очень жаль, что не до него, потому что это реально такой офигенный левел. Это, конечно, зачетно. Вот. Но сейчас моя первоначальная задача — это создать седло для Мишани. А для этого мне нужно тонна кератина. Вот. Кстати, мне повезло, я не вижу альфа-виверну. А раз я ее не вижу, значит, и она меня не видит. Вот. Что, кстати, тут реально такое правило канает. Вот. Это не как в игре с детьми, да, с маленькими детьми. Они тебя не видят, значит, ты их не видишь. Вот. Тут как бы реально канает такая фигня. И чё-то за медведь долбанный ходит здесь мне. Твою мать, 45 левел, уже сюда пришел. Вот. Ну, анкилозавр, конечно, хорошо. У меня даже была идея просто вокруг него обстроить... Так, 590 левел, я не соврал. Да, 590 левел. Прикиньте, это практически максимальный левел, который... Это максимальный левел, который я видел вообще динозавров здесь. Вот. Ну и, в общем-то, пока что все так плохо, что просто кошмар. Кстати, вот мой тайник. И вот он, медиум.
Potion. Вот так, да. Так что даже такое с мобов может выпасть. Это реально все у меня с мобов выпадает. Это круто. Да уж, Виверн все больше и больше. Теперь Айс Виверна здесь бегает 25 левла. Это, конечно, да. Да. И она прям здесь тусуется, и там сейчас мамонта глушит, если не ошибаюсь, мамонта. Там что-то 320-го, что ли, левла, и очень даже фигово, я бы так сказал, потому что она около моей базы. И если что-то не понравится, она начнет переключиться на меня, и... А, нет, она уже мамонта раздербанила, она сейчас дербанит Мишаню. Мишаню она дербанит 402 левла, вот, так что я надеюсь, что Мишаня справится с ней, ну или хотя бы отвлекет, пока я тут лутаю мамонта лутаю на кератин. Такого большого левла, я надеюсь, хоть что-то мне перепадет по нормальному количеству, и все будет пучком. Ой-ой-ой, да нифига нет кератина. Мать, в заднице у него нет кератина, надо было с башки начинать. Реально, с носорога и то больше кератина было. Вот. Ну, я рассчитываю на то, что сейчас этот Мишаня хоть что-то ей сделает. Но, по крайней мере, он ее отвлекает. И, честно, у меня очень огромный соблазн помочь Мишане. Очень огромный соблазн. Ну, я не знаю, сколько у нее хп. Это, пожалуй, основная проблема. Потому что, как вариант, просто смысла не будет от того, что я хоть что-то буду делать. Был бы я на Птере, я бы сейчас прилетел бы и просто бы быстро атакой. Да, я бы долбасил, вот, что там, он по 1000 с лишним атакует, но, к сожалению, Птера у меня нету. Вот. И из-за чего я на Птере бы атаковал? Из-за того, что он просто ударяет и пролетает мимо. Ударяет и пролетает мимо. То есть Птера в этом плане достать очень тяжело. Ой, как все тяжело. Убила, походу, дело. Кранты мне. Здорово. А, черт побери. Не успел немножко его время лечь, но, как видите, очень даже все не очень, я бы даже так сказал, но это просто кошмар какой-то. Тягости выживания, это просто... А, все, кранты. Кранты всему этому делу. Вали его, Мишаня. Вали ее, эту тварь тупую. Так, валим отсюда. Да-да-да-да-да, пошла овца в жопу. Пошла овца в жопу иди. Все, она пошла глушить мой... Вот так. Ну, то, что Мишаня я потерял, это, конечно, да. Ну, и теперь я буду пытаться ее вывести. Сюда. Здесь есть виверны, пускай эта тварь с другими вивернами дерется. Ну, конечно, сразу так выводить, что-то я затупил чутка и не думал, что я смогу от нее так убегать с легкостью. Ну все, вот она переключилась уже более или менее, здесь уже будет отвлекаться, по крайней мере, от меня. Ну, Мишаня, опять у меня нет мишки, и это просто абзац какой-то. Я не могу накопить на это конченое драное седло, цементную пасту, я не могу... Отседлать Мишаню, чтобы лутать по-нормальному траву, чтобы у меня было наркотика в нужном количестве. И это полный абзац. Соответственно, я вот эту, короче, тварь убью, чтобы он мне тут не вылетал. Я лучше нормального потом аргентавец, которому у меня будет теплые только чувства, а не желание пристрелить. Вот. В общем, короче... Вот такое вот дерьмовое развитие, ой, надо же свой труп залутать. Такое дерьмовое развитие, это просто какой-то кошмар, я не знаю, надо, короче... Да, не спорю, надо будет сейчас, наверное, респануться на острове, залутать, притомить большого птера себе обратно и сюда прилететь. Так как был бы у меня сейчас птер, было бы намного бы легче. В том плане, что, ну, я имею в виду большого левела птер. Было бы намного легче тем, что я бы смог бы выживать намного легче. О, кстати, кроватки мои еще живые, целенькие. О, даже по ним не продамажил, отлично. Только вот опять у меня верстак сломали. И, ну, кстати, хоть это все целенько, здоровенько. 68, как видите, цементной пасты у меня. Надо будет, кстати, кибитку из камня сделать и туда весь лут спрятать свой, потому что
полный кошмар. В общем, на этом я буду с вами, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, советовать. Как же... Кстати, напишите, как от этих долбанных виверн защищаться, потому что, честно, я даже представить не могу. Вот просто прилетает говно и давай глушить. Да, не спорим, металлическая конструкция все дела, это хорошо. Но в моих предпочтениях, как их твари валить? Вот, и в целом было мне плохо. Кстати, если у вас есть какой-нибудь калькулятор, что-то типа того, как рассчитать здоровье у динозавра и так далее, сколько у него будет примерно здоровья и так далее, напишите в комментариях, ссылку скиньте и так далее. Если ссылка будет, так сказать, нормальная, то я, понятное дело, потому что там все ссылки блокируют. Если ссылка будет нормальная, то я, понятное дело, разрешу этот комментарий, все в таком духе. Так что без проблем. В общем, народ, очень буду рад вашей помощи, вот именно в таком плане, поэтому не думайте, что я ваши комментарии не читаю. Я читаю все комментарии, абсолютно все. Просто на какие-то комментарии есть смысл отвечать, на каких-то комментарии нет смысла отвечать. На какие-то комментарии я уже отвечал, поэтому... Причем порой этот же комментарий рядом же и находится, но люди не читают и думают, что вот они такие оригинальные и написали комментарий, поэтому я на него просто-напросто не отвечаю. Ну да ладно, в общем, народ, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, я буду пытаться развиваться, это просто кошмар. Всем пока!